В этом видео я хочу вам рассказать про попугарню, которая находится в центре Кракова. Называется попугарня Амазон. Мы были приглашены на день рождения, поэтому у меня видео будет про то, как здесь отметить день рождения. Вот Саля Ураджинова. Тут на входе такой автомат стоит, где дети не платили. Это, видно, в оферту ходит Ураджинова. Они так доставали эти игрушки, потом еще один такой автомат, потом такой экран, на котором отображается стол, за которым дети сидят, и там как бы такие животные ходят. Затем такая 3D-комната, тут заходишь в 3D-очках, и действительно такие объемные изображения, очень классные. Вот. Ну и еще такая вот одна комнатка есть, где разукрашены стены разными животными, такая ниша есть, вот здесь на стульчиках детям рисовали лицо, вот. Ну а так это выглядит, когда вы заходите, поднимаетесь по ступенькам. Детей потом повели к попугаям, предварительно одели на детей вот такие полотенца с капюшонами, чтобы попугаи не повредили одежду. Это, ну, очень правильно, потому что они действительно своими когтями могут клювами чуть-чуть погрызть, они могут испортить одежду или какие-то там сумку. Ну, тут не разрешают ни в сумках, ничего, даже на голову дают одевать, чтобы прикрыть какие-то украшения. Было здорово, детям очень понравилось, но сколько это стоит, я вам не могу сказать, потому что не знаю. Информацию в инфобоксе я оставлю, поэтому заходите, смотрите на сайт, что почем. Прийти можно сюда также в любой день, просто к попугаям. И у меня, кстати, есть видео на канале также про другую попугарню. Та другая находится на улице Велицка. Там тоже очень здорово, мне понравилось, очень советую.